названием «Пурина». В то время как все обычные жители Сингапура раскладывают по разным мусорным контейнерам картонки, бутылки и коробки, доктор Ли перешел уже к следующему этапу и использует свою урину в производстве экологически чистой электроэнергии. Сделанные на скорую руку из разной чепухи, прокачанный через ламинатор, этот образец меняет цвет от зеленого до желтого спектра. Моя батарея очень простая и работает только на моче.